Камрады, всем добра! Добро пожаловать в новый день! Сегодня у нас 23-е, путаю. Хочу сделать небольшой гайд о подборе тегов. Раньше это больше касалось Ютуба. Вот то, что касается Рутуба и остальных платформ, я вообще плохо в этом ориентируюсь. Но на всякий случай хочу порекомендовать вам очень интересный сайт, очень простой, без никакой рекламы, ссылочка внизу. Вот так все это дело выглядит. То есть, как это работает, например, подборка тегов. Подборка тегов. Отвечаем галочку «Я не робот», подобрать теги. Вот, и подходящие теги упорядоченные по убыванию популярности. Потом их просто выделяем и вставляем в нашу страничку под видео в оформление. Также можно для Инстаграм. Ну, я теги для Инстаграма тоже сюда вбиваю и внизу в ссылках ставлю в описаниях. На этом все. Всем добра, побольше. Пока-пока. Кому понравится, прожимаем подобайку. Также, если вдруг у кого-то будет лагать YouTube, переходим на Рутуб. Пока-пока.